И прям здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить Final Fantasy 4 Interlude, и находимся мы с вами в башне Вавилон, или Вавилона, как тут правильнее-то, уж этот английский, и в общем, дай бог памяти, куда мне идти. Начинается. Ладно, предлагаю жахнуть Фритом? Нет, плохая идея. Шивой? Опять огонь, химера любит огонь, это плохо. Жабе, Дрейн, давай Дрейн. Почему нет? Осмос у тебя есть? Я не помню. Осмос — это вообще черная магия, что я несу? И мороз тоже это зараза любит, абсолютно. Короче, просто бьем. Пускай умрет. Так, это был выход, да? Да, это 11 этаж. Господи, как созвать? Это же когда ты уже появишься. Еще хотелось бы на третью подлечить. Мешал бы... Хоть меня бить, я жить хочу. Так, паром мне дайте, спасибо. Сколько она там лечит-то, господи, в памяти? Не хочу просто сейчас слишком много, да, нормально. Потратить маны на лечение, которое... Фрилый щит? У меня же он есть вроде. Ну да. Зачем они мне дают то, что у меня уже есть? Давайте, кстати, флейм поставим, потому что нас тут периодически огнем бьют. Хотя, подожди. Гоул атак. Я знаю, что гоул — это гуль. Но что это? Гулиные атаки? Как-то перевести? Может быть, этих мертвецов? Мифриловый щит все-таки, это как серебро, только лучше. Не знаю, не помню. Твою манную кашу. Так, ладно. Чем бы тебе жахнуть, зеленая химера? Мне кажется, на него это особо не подействует. Да не, нормально. Это жирно как-то. А вот так. Не дай бог ты подлечишься, вот просто проклину. Бейте, бейте эту тварь! Ну, она не хочет умирать. Бейте, убейте жестоким самым способом просто. Слушайте, я их вручную буду бить. Проморгала. Вот это смешно. Так, слушайте, убейте ее уже. Она умирает. Так, слушай, ты хочешь умереть, я вижу по тебе. Чем тебя жахнуть? Сесил умер, я только сейчас увидела. Что случилось-то, господи? Что-то я сегодня такая внимательная. Ладно, сейчас, секундочку. Благо у нас, в принципе, недостатка во всем этом деле нет. А как я так умудрилась? Как просто. Ладно, бывает. Это нормально. Случается такое. Воу, да ладно. Кстати, Petrify тоже у меня вот этот вот. То, что вот там вот внизу в описании щита написано вот этого, вот Petrify. Напишите мне, что это такое, я постоянно забываю. Постоянно забываю, хоть вы уничтожьте меня. Ну, как немного запомнить. Слабость, по-моему, нет? Petrify. Чё-то, хотя... Хрена знает. Чтоб я помнила вообще. Когда мы пришли... Так, сейчас будет... Кто, кстати? Титан какой-нибудь? Давай. Чем он бьет, простите? Да, Титан. Так, знала. Так, хорошо. Плохо. Все плохо. Титан бьет больно. Это мы знаем. Wow.
Ой, не надо второй. Ой, сейчас как помрут вообще все. Нет, нормально. О, быстрее, 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 быстрее. Не надо три раза подряд, а чё? Все, звездец, приплыли. О, успела, прикинь, она выжила. Охренеть. Охренеть, она выжила. Умри, пожалуйста. Черт. Умри, ради бога. Да твою дизу. Так, слушай, ты мне не нравишься. Я не сохранилась даже, прикинь. О, жопа какая. Да слышь, харе через каждый ход. Ууу, все плохо. Быстрей, быстрей. Экспоушен, экспоушен, экспоушен на себя, Сесил. Надо в него что-нибудь кинуть. Это глупо. Наверное. Ладно. Это было смешно даже, я бы сказала. Давай бей, короче, Сесил. О! Фух. Титан он тащит, конечно. Титан! Зашибись. Всех убили, просто всех. Офигеть. Я боюсь уже представить, что нас впереди ждет. Так. Давай. Раз, два. Ой, господи, что я экономлю? Скоро конец уже наверняка. Так, сейчас я, пожалуй, сохранюсь. Ну и нафиг. Эдж, мне тебя так не хватает. Появись, пожалуйста. Так, ладно, спрошу сюда. Практически, блин, ветер. Так, подожди-ка. Да, вот так. Мочим. Мочим, убиваем. Я хочу уже Эджа встретить и понять вообще, к чему все это ведет. Потому что это все очень Нет, подожди. Пять. Нормально. Пламенный щит дали, смешно. Да что делаешь ты, господи? Ищи сзади, господи. Эу. Так, вот не надо меня бить. Так, ребят, просто бьем. Она сдохнет скоро. Надеюсь. Что-то она не дохнет. Риди убили! Да что со... сегодня такое? Что за день такой? Я еще сжахну, она вылечится. Вот я вангую просто. Так, точно защитил. Давай-ка не будем экономить. Что-то меня смущает, что-то вообще. До свидания. Ага, конечно. Ой, лечиться срочно. Ребята, лечимся. Ой, хорошо. Что-то я вообще сегодня... Они у меня умирают просто как мухи, я не знаю. Что сегодня со мной? Видимо, расслабилась, пока чай пила. А чай сезонно, слышь, это же я, это финалка. Я ж с ней на ты. Конечно. Он меня быстро вернет с неба на землю, я чувствую. Закрыто. Ну, логично, потому что небось... Вот за той дверью мы должны будем встретить Эджу. 40, блин, офигеть. Чем бы тебе жахнуть, скотина такая? Сейчас я тебя жахну. Я даже знаю, чем. Правда, это много. Слишком много для твоей рожи. Ну, нормально. Так, ладно, обычную химеру можно так валить, это я помню. Эдж. Так, хорошо.
Парам-парам-парам, давай, дичи нас паромще. Что-то это было не очень. Ладно. Попробуем. Это рискованно, но мы попробуем. Норм. Остался туда, заразу. Сколько интересно. Не хочу тратить на него ману лишний раз, но придется. Сейчас подождемся полома. Ну что, давай. Хватит, не хватит. Блин, сколько тебе осталось-то там? Не хочу большую магию какую-нибудь тратить, а там окажется, что... Ни о чем. Давай файром. Умри, пожалуйста. Я не хочу жирную какую-нибудь магию тратить вот на него, на одного. Так, что у нас там со здоровьем? Надо юзать. Сохранимся, чтоб если что. О. Риди? Это дверь закрыта? Закрылась, точнее. Сесил, берегись. Что-то приближается. Твою мать. А вдруг они ее клонировали? Риди? Почему нет? Так, замечательно. Андроид атакует, короче, ребят. Так, протект, пожалуйста, защита. От физических атак он. Давай, паром. Твинкас можешь жахнуть. Чтоб вообще классно было. Это будет очень медленно, конечно. Но это будет круто. Хоть раз за всю интерлюдию надо жахнуть твинкастом. Метеором, кстати, они стоят, офигеть. Свидание. Экстренный выпуск. Что это такое? В защиту перешли. Охренеть, блин. Охренеть, нас сейчас убьют. What the fuck? Это так задумано, я надеюсь. Да, Эдж, красавчик. Зачем я это сделала? Так, я не буду сейчас читать, потому что мне надо воевать, вы сами там. Так, Edge, Expulsion, на вот тебя. Где? Курага, лечить. Лейк. Все, выбрались, хорошо. Ну, не очень, но выбрались. Надо в молнии бить, какого хрена? Так, ниндзюцу, флеймсмок, так, блиц, давай. Блиц. Это сейчас тупануло, надо было лечиться, а я что-то... Сейчас я еще раз тупанула. Мандарагой давай. И еще раз блиц, чтобы вообще хорошо было. Можно, кстати, ускорение еще наложить на этого самого. На Эджа, чтобы он побыстрее блицем своим жахал. Вот это красиво сейчас было. Эдж, позор тебе. Полом тебя уделывает просто. Просто уделывает. Ладно, норм. Вот это мне сейчас не понравилось. Уфу-фу-фу-фу-фу, что с тобой? Мне делать, скажи мне. Это сейчас очень расточительно было. И вообще впустую абсолютно. Вот жопа. Ладно, переживем. Наверное. Где Исуна? Исуна. Не сработает. Это окаменение. Его надо вообще, по-моему, этой самой жахать. Где моя... Gold Needle? Давай. Это же она? Нужна. Э?
Нет, вообще не работает ничего такого хрена. Deus Ex Machina, слышь. Ладно. Без Эджа, конечно. Бедненько. Фиксир еще профукали. Ну ладно, это интерлюдия. Отлично, Эдж присоединился к партии. Фух. Я даже не мог представить, что вы тоже будете здесь. Что? Это все... Подожди, как? Всего на секунду я увидел, как башня засветилась своими собственными глазами, прикинь. Да это так и было, в общем-то, да. Я не знаю, что это могло быть, но что-то пыталось выбраться. Я так понимаю. А, нет. Что-то пыталось запустить эту хрень опять. Вот так. Да быть не может. Но Риди... Ну, Риди же... Она здесь тоже? Да, она ломанулся без слов. Естественно, он же любит ее. Правда, любовь это... Как бы это выразиться? Риди? Куда она пошла-то? Где она? Ну, нам нужно найти ее. Так, очень интересно. Блин, слушайте, не дай бог они ее, это самое, каким-то образом... Действительно клонировали или что-нибудь такое с ней сделали. Такое же может быть. Почему нет? Так, сохраняемся. Кнопочка не жмется. Куда она ушла, реально, Риди? Там как будто вот там сзади проход есть. Куда мы ее пойдем искать, простите? А, у нас же теперь дверь открылась там справа. Атакуй. Атакуй еще раз. Сейчас просто бьем, ребят. О, мы же нашли там какой-то мечик. У-ху-ху-ху. Я даже вот так сказала, да? Так, у тебя все есть. Здесь ничего не надо. Что это хорошая идея. Вылечить, не вылечить, вылечить, не вылечить. Почему нет? Все. Газуем. Ридио! А прикиньте, я в After Year сыграла, играла, а нам сейчас все расскажут, кто это зеленоволосая там. Вообще, я боржусь. Нудится. Чтоб с вами сделать такое мерзкое. Нет, плохое, это плохое. Ой, зачем я это сделала? Ладно. Что я делаю, господи? Короче, просто пейте. Что-то тут пытаюсь выдать. Хотя, казалось бы. Бежим. Дверь откройся, молодец. О, боже мой, медуза. Говорить ее сразу же просто. До свидания. Хорошо, спасибо. Давай. Антидот, хорошо. Подожди. Ебкарный театр. А, я думала, там проход есть, что там обогнуть можно. Но нет. Здесь сундук должен быть. Обязан быть здесь сундук. Хорошо, эфирчик. Вы видели мое выражение лица каждый раз, когда на меня нападают? Вот таким вот образом. Куда меня ведет? Подожди. Я не согласна. Давай. Куда же? Ух, эти двери бесконечные. Непонятно, куда идти. Еще эти... Големы. Что они еще тут делают? Как сюда поставил? Почему здесь до сих пор техника работает? Мы же уничтожили Вавилон. О! Это хорошо. Предлагаю завязать ману восстановить, чтобы все было зашибись. И сохраниться. Пам-пам-парам. Ридио!
Я надеюсь, меня не будут очень сильно бить, потому что мне что-то не понравилось битва с этим самым. Хорошо. Опа, Риди! Куда, куда? Бой-то прям вот тут. Вот это ж такой момент важный. Идите все в пень. Так, Риди. Риди! Слава богам! Мы тебя обыскались уже. Какого хрена ты делаешь в таком месте, как это? Дисгуайз? Не знаю. Не знаю, что такое дисгуайз, ребят. Что-то эджевское. Он что-то знает. Чего, типа? Так, подожди. А, вон оно в чем. Ну я же не дурак, вот меня же так. Не так легко одурачить, это не Риди. Как такое может быть? А кто тогда это Чика? Телочка. Ничего себе. Отошли. Вы все. Кто-то там. Я не знаю, что это за слово. Точнее, не отошли, а освобождение всех чего-то. Офигеть, мы деремся с Риди? Но это не Риди, помните, они же ее попутали. Это вот эта зеленоволосая бабища изначально была, в принципе. Флейм, пожалуйста. Просто она была почему-то одета, как Риди, да? Очень интересно. Или это все-таки Риди, охваченная кем-то? Не совсем понятно. Так, предлагаю Шелл наложить. Где она? Господи, вот она. Фира, 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 да, пожалуйста. Вообще, зачем я бью? Вот. Ехай, мне надо типа того Риди убить. Твинкас жахнуть может. Сейчас она, короче, всех по очереди будет призывать, да, а потом, когда мы всех жахнем. Не то. А хотя почему нет? Не сработало, что ли? Какого хрена? Что это было? Сейчас вообще такое... Так, сейчас мы жахнем. Вот в тебя, пожалуй. Мисс сейчас... Я вообще не попал вам, да? Значит, ее мы убить не можем. Только этих самонов надо сейчас шандарахать. Понятненько. Какие-то недометеоры. Какие-то мини-метеоры, не знаю. Короткое замыкание, пожалуйста, Рамух. Нет, да? Жаль. О, это плохо. Так, просто бьем тогда. Хотя можно еще жахнуть в него. Вот это я сейчас тупанула, конечно. Ну ладно. Терпимо. Что-то он делает. Круто. Будет так, пускай. И все умерли. Нет. Бей ее. Да блин, мы по ней даже не попали. О боже. Ифрит, зачем ты так? Не, по ней мы не попадаем. Нам нужно тупо вот, вот его. Так, Мираж, Shadow Blind. Не знаю, давай попробуем. Что-то непонятное случилось. Близзага, пожалуйста. Паром. Что сейчас это было такое? Эдж, ты чё? Найс. Палом, ты как всегда тащишь. Что мы без тебя делали? Короче, просто тупо валим. Огненным. Вообще идеально. Молодец, Сесил. Вот. Лечить? Нет, нет, не лечить. Нормально. Шок с тобой сделать. Давай, так. Mm.
идеально. Так, ладно, последний остался. Давай. Титан, самый жесткий вообще чувак. Отличить Эджа. Так, чем мне тебя бить, скажи мне, пожалуйста? Огнем? Или молнией? Неясно. Так, протект у нас там на нас лежит, или она уже отвалилась, интересно? Я, по-моему, проще вот так, в данном случае. Слушай, а у нас флот есть, интересно? Ой, как плохо. Плохая была сейчас идея. Не бей меня. Explosion, давай. Флот, 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 флота нет. Есть! Отлично. Ща воспарим, а нас хрен дотронется до нас. Если мы успеем... Не, успеем. Мы, короче, залетим, он жахнет, до нас не достанет. Потому что он бьет-то по земле, а мы улетать будем. Все, зашибись. Дай бог, чтоб успели. Ой, какая прелесть. Кого ты там опять призвала? А! Бахамут? Она настолько мощная, чтобы вызвать даже его. Осторожнее, ребят. Да, это очень... Мы сейчас сдохнем, ребят. Мы сейчас и сдохнем, реально все. Я хочу сохраниться. Пробудись. Чё? Я не успела. Белого дракона воскресила. А, это настоящая Ридия пришла. Точно. Ридия! Крикнул Бахамут. What the fuck здесь происходит? Почему это так долго, блин? Ридия? Я не могу поверить, что они использовали вас всех для чего-то подобного. Я никогда не прощу им этого. Так, что-то какая-то жопа началась, подождите. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, теперь валим вот эту. Ой, метеором жахает. Очень все плохо. Пошел, не убивайте меня, я жить хочу. Не, не так все плохо, как я думала. Так, хорошо, сам он. Кого вы придумали? Бахамута нахрен! Пускай сдохнет, тварь! Хотя она, конечно, не сдохнет, я знаю. Так, кюряги. Хотя, зачем так много? Куры, короче, обычные. Нормально. Так, чем бы тебя... Квейком? Жахаем всем, чем есть вообще. Фиг, эта баба меня бесит. Чё она вылезла отсюда вообще? Кто её звал? Сейчас я тебя блицом отомщу, между прочим. А слушайте, а что если... смотрите, может быть, Эйдолоны в этом самом... в After Years подчиняют, ну, некоторые Бахамут, в частности, подчиняются этой зеленоволосой дуре, потому что он думает, что это Ридия. Она мстит мне, посмотри. Правда, у нее хреново, короче, она получи в ответ. Неудачница. Нет, это она, конечно, слабенькая, но она нам в After Years, я чувствую, отомстит. Она силы накопит, мы, видимо, ее сейчас побьем очень сильно, она залезала рано все 17 лет, да? По всей видимости, силы там копила. Ой. Паром, давай, лечи нас. Так, стоп, блиц, 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 блиц. Какого хрена, Бахамут? Чё я буду здесь ждать, пока она меня убьёт? Тундарага. Или близага даже. Получи своей же монетой, мерзкая баба.
замечательно. Просто. Ты кто вообще? И пропала. Или мы ее убили, типа того. Она исчезла. Не, я все-таки... Но кто она вообще такая была? Хороший вопрос, на самом деле. А, это вот когда она только что проснулась. Помните, это была заставка в самом начале? Эй, Далан, система завершена. Чё? Чё? А? Слава богам, все в порядке. Я больше волновался за тебя. Пожалуйста, отдыхай. Я хочу снова увидеть тебя здоровой. Ну, что-то вроде того. Но я здорова, Сесил. Тогда что? Я беременная. Сисюкается он. Все волнуются, когда она родит, когда она родит. Так как она, Роза, лучше себя чувствует? Ну, она... Сесил. Ну, она в порядке. Ну... Ну, или будет через 9 месяцев. Ты серьезно? Поздравляю, Сесил. О, она должна быть... Еще одно чудо за другим. А, только это значит, Сесил станет папашкой, да? Точнее, тоже станет папой, как и Янг. А, ну, тебе пора начать думать об имени. Имени? Действительно, у ребенка должно быть имя, Сесил. Ну и на этом, я так подозреваю, заканчивается интерлюдия. Замечательно. Ой. Да, все-таки тайна зеленоволосой бабы пока что остается тайной. Ну, что-то там... Блин, я не знаю, ребят. Либо это какой-нибудь клон Риди, либо это ее мама, хотя она ее видела, получается, не она. И выглядит она точности как Риди. Черт его знает. Я не удивлюсь, если она действительно там какая-нибудь родственница или клон. В общем, ладненько. Давайте пускай она пока там играет. А, может быть, нам в конце что-нибудь покажут, нет? Что-то... О, Покаин! Чё скажешь ты? Может, нам что покажут сейчас? Так, ты настоящий Каин или... Драгон? Кто там? Хорошо. Это, наверное... Сохранить? Блин, не сказали. Мне кажется, это типа того папаш. Ну, хотя почему типа? Мы так и не поняли, правда, каким... Я, правда, не помню, это говорилось вообще, в принципе, каким образом папаша Сесила стал вот там вот за зеркальной вот этой вот поверхностью. Короче, он, наверное, туда пошел, его призвали, он пошел очищаться, и там, видимо, разделился на хорошего и плохого Кейна. Вот, в общем, вот такая вот интерлюдия. Ничего не понятно. Ровным счетом нам ничего не показали, но это на то и интерлюдия, это так. Слегонца показали, пролили свет на какие-то моменты, которые мы, в принципе, видели в After Years, но чуть-чуть побольше нам показали. Вот. Замечательная интерлюдия, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мой инглиш кривой был не так ужасен, как мог бы быть. Потому что, ну, он реально мог бы быть хуже, мне кажется, он был лучше, чем... Был бы, если бы я записала после прохождения финалки четвертой. Потому что я за это время успела пару слов подучить. Вот. Да и вообще как-то... Не знаю, мне почему-то нравится вот, играть в игры на английском. Это иногда сложно, иногда мозг взрывается, но что-то в этом есть. Вот. Не знаю, сложно объяснить. Особенно, знаете, когда... Хотя я это и в Final Fantasy 4 говорила, когда мы проходили, то что когда проходишь, слов ни хрена некоторых не понимаешь, приходится догадываться, и вот это чувство эйфории, когда ты понимаешь, даже несмотря на то, что слово какое-то не понимаешь, ты понимаешь, что там говорится, и ты чисто логически пытаешься понять, что же это за слово, и у тебя получается, это вообще охрененно. А если ты еще и по ходу чтения каких-то вещей думаешь, о, блин, а я это слово вчера выучил, это вообще офигеть. В общем, очень круто. Надеюсь, что вам понравилось. И, в общем-то, если это так взять, наставьте пальцы вверх.
подписывайтесь обязательно. Если вы еще не посмотрели, идите смотреть Final Fantasy IV After, The After Years, соответственно, продолжение, то, что было после интерлюдии, спустя аж 16 лет. Вот, когда уже детишки все родились, подросли, и вообще все зашибись стало относительно. Потому что зло опять вернулось, и все стало опять плохо. В общем, наконец-то мы добили интерлюдию, потому что давно надо было на самом деле это сделать. Вот. И, в общем, все. Все. Увидимся в скором времени в Final Fantasy IV The After Years. Для тех, кто смотрит вот прямо сейчас, когда выходит, она будет After Years чуть-чуть попозже, потому что сейчас у нас идет Skyrim. В общем, заходите, читайте, подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что там выставляются новости, и вот, и вы не будете ничего пропускать, и будете всегда в курсе всех изменений, и какое прохождение пропало, и какое не пропало, а куда делось то, куда делось это, и в общем, вот. Вот. В общем, еще раз всем огромное спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх, если вам понравилось. Вот это очень сильно поддерживает канал во всех отношениях. Вот. Ну а с вами была Seven. Всем огромное спасибо еще раз за ваше внимание. Всем удачи и до встречи в The After Years. Пока-пока.